удачки. Хотя у него конь подкову потерял. Он бы и на козле первым доскакал, задом. Нордлинг. Ты чужа. Думай, куда идешь. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Ты ведьма, верно? Пойдем с ними в налет. Нет? Не зли меня. Чего надо? Ближе не подходи. Опалишься. Что у тебя есть на продажу? Я бы не отказался от партии в гвинт. Thank you.
Ведьмак? Свежее мясо! Бродяга! Бессонная ночка, а? Проси прощения, и я не стану тебя убивать. Ты тут разве что время мое убиваешь, Свен. Хватит болтать! Меня одолеть. Эта девка ополоумела. Она его чуть не убила. Свен, ты слышишь меня? Слышу, слышу. Только... Ха! Зуб. Я не видела тебя здесь раньше. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я Ютан Димун. До сей поры не нашелся тот, кто смог бы сравниться со мной в бою. Может, ты со мной сразишься? С тобой? Я победила самых славных воинов Фарер. Из уважения к ним я не стану перечислять их по именам. А кто такой Геральт из Ривии? Кто-то, кого ты до сих пор не победила. Может, не стоит тратить на тебя времени? Я не слышала, чтобы ты прославился какими-то великими подвигами. Какие великие подвиги ты имеешь в виду? Ха, я сражусь с тобой, если ты победишь Гундера. Со мной он не совладал, но это отважный муж и достойный противник. Хорошо, я попробую. До скорой встречи. Даже интересно, вернешься ли ты. Прощай. Привет, Белоголовый. Я с удовольствием померюсь с тобой силой, но в другой раз. Прочь с глаз моих. Тебе здесь делать нечего.
У вас нет. Боги вас покарают. Дайте ему пройти, вам от него не убудет. Может, и не убудет, но и не прибудет. А вообще, твое какое дело? Ты ему нянька или кто? Пропустите его, я за него заплачу. Ха, я был прав. Это же его нянька. А то было его за воина принял. Только на кой хер нянька носит мечи за спиной? Хочешь узнать? А то я ведь все еще могу передумать. Спокойно, не надо. Есть деньги, пускай проходит. А кто там за кого платит, это уже не наше дело. Спасибо тебе, путник. Я буду возносить за тебя молитвы во время моего паломничества. Очень мило с твоей стороны. А куда ты направляешься? К четырем ликам Хеймдаля. Их возвели в честь нашего великого героя. Я слышал легенды о Хеймдале. Он был великим воином и прародителем островов. Это правда. Но прежде чем наступит Тед-Дейре, время конца, он вернется и сразится с силами зла, демонами и призраками хаоса. Золотой петух Камби предупредит его о прибытии Нагльфара, корабля, несущего воинство тьмы. Потом настанет великая битва Рагнарёк, в которой Хеймдаль сразится с силами тьмы. Будем надеяться, он победит. Для нас это будет уже неважно. Пророчество гласит, что после Рагнарёка наступит конец света. Пророчества бывают обманчивы, и нет такого конца, который одновременно не был бы началом. Пусть ты будешь прав, путник. Пусть ты будешь прав. Таких богатств, как на севере. Чего надо? Я ищу Хаммонда. Зачем? Дело есть. В это время? Он обычно молится в часовне на пригорке. Если хочешь купить рабов, придется подождать, пока он закончит. Молится? Из того, что мне о нем говорили, мне не показалось, что он такой набожный. Все, кто с ним знаком, это знают. Еще один лазутчик. Вы знаете, что делать. Лечом к лицу! Летить, колотить!
убью за тебя! А ну, снимай все, что есть! Достаньте его! Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Говорят, ты был в банде Таулера. Ты, сука, говори, чего тебе надо. Ну давай, ублюдок, выкладывай. Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый, одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! Иду к тебе! И покойнее! Штаны не наложи. Быстрей! Мацай! Ну и пошел! Ты сукин сын! Thank you.
готов? Гнусный же ты. Thank you.
Ох, и гнусный же ты!
Тут порядочные люди. И что стало с этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины? Не знаю. Только кажется мне, что мы их больше не увидим. Уве, почему ты так говоришь? Пошла я на реку постирать, гляжу, а вода красная от крови. Может, кто рыбу потрошил? Думаешь, правду? Может. Молодого Анкра. Но! Топором умеешь махать, а? И плотва. Почему это я всегда кабан? Потому что ты толстая. Проси мне. А то я сейчас с тобой вот этой палкой поиграю. Куда путь держишь? Чего ты здесь ищешь? Капканы зашли, кровь, куски шкуры, кучи мед. Странно. Никогда о таком не слышал. А я вот слышал о Фарерах. Казалось, это старый медведь научился ловушки проверять. Так может, и у нас такой ловкач нашелся? Надо будет облаву устроить. Всюду одно и то же. Капканы защелкнуты, земля изрыта, кровь, куски шкуры. Ищешь чего-то? Ну давай! Просто подбеги и отправься на череп кита! Ты что, трусишь? Нет, только... Только что? Ладно, Ергин, давай поменяем ему испытания. Не надо ему ходить на кладбище, там призрак. Слабаки вы и трусы. Я с вами не играю. Thank you.
Может, Ларс принесет с охоты зайчих шкурок? Я бы себе муфту сделала. Какой ты с лица нездоровый. Чтоб он меня на охоту взял. Вместо того, чтобы горшки здесь ворочать. Я из лука стреляю лучше него. Он, конечно, не слабак. Только бьюсь об... Тут порядочные люди живут. Какой-то ты с лица нездоровый. Вот это вот. Здесь стоит осмотреться. Thank you.
что, паскуда?